Максимов выжил и сейчас находится в госпитале. Ему оказывают всю необходимую помощь. Вот что он сам рассказал о произошедшем. Не помню, как приземлился. Видел самолет горящий в метрах 200-300 от меня. И сразу же подбежали бойцы вооруженных сил. Но, к моему большому удивлению, они мне сразу начали оказывать помощь. Ну, вообще, это больше из новостей всяких, ну, тех же националистических, которые говорили о том, что там не люди, что они хотят, ну, что им не важно, наплевать на нас. Если бы не было никаких вот этих стремлений там в ЕС, в НАТО, то мы бы так и продолжали жить дружным народом. Опять же, вот приведу пример. То, что я тут единственный из вооруженных сил Украины лежал в палате с ребятами из России, и у них отношение было ко мне нормальное. Они говорят, что мы все славянский народ, что мы все свои.